покупаем. Езжу на машине. Чай с медом. А я холодной водой обливался. Мне тут не холодно. Я спортом занимаюсь. Движение, жизнь. Двигаться надо побольше. Куртка теплая. Кутаюсь. Потеплее одеваюсь. Нет, больше двигаться. Идешь подтянутый, хорошо. Пар, дым идет. Энергичный, наверное. Объятиями. Вот сейчас мы пытаемся найти перчатки, к сожалению, не можем найти. Поэтому ищем тепло и одеваемся потеплее. Конечно же, это доброта. У нас очень теплая одежда. Теплая одевая. Горячий чай с лимоном. Уходим быстро. Давайте поодеваемся. Дома и, конечно, чаем. Сейчас приеду и буду пить чай. Чай берем, иммунитет повышает. Чай пью. Тепло мне. Я занимаюсь брейкдансом, если мне холодно, я делаю тоже то, чем я занимаюсь. Любовь греет. Каракуль одеваю. Тепло одеваемся. Пью кофе горячий в Бургер Кинг. Хорошо одеваюсь. В машине езжу. Работай. Да, работай. Работай. Сажусь в машину теплую. Я в машине езжу, у меня печка хорошая. Чай. Чай и теплая одежда. Обычно чай я пью с каким-нибудь, стараюсь специи добавлять. Есть такие специальные для кофе или чая. И вот это добавляю, если прям совсем плохо. Мы сидим. Погода хорошая, мне кажется. Почему она плохая? Музыку слушаю, согреваюсь. Для природы нет плохой погоды. В основном овес. Вот, с собой я всегда бутылочку ношу, овес, настаиваю настоящий овес, без, ну как сказать, без неочищенный. Ну, иногда мед добавляю. Движением, овес. Только в движении, и радостном состоянии. Больше позитиве, радости. Жить надо, радоваться. Думаю о хорошем. Надо чувствовать, что не холодно. Организм надо так реагировать, что тебе не холодно, идешь просто и все.